Нидерландская семья минималистов продает все за биткоин. Тайхуту и его семья становятся все популярнее в социальных сетях и в криптосообществе. Этим летом они решили продать много своих ценных вещей, таких как дом, детские игрушки и транспортные средства для накапливания биткоинов. «Люди скажут, ты сумасшедший», — комментирует Тайхуту. «Но мы семья, которая любит приключения и собирается сыграть в азартную игру. Если никогда не рисковать, то жизнь будет скучна». Нидерландец считает, что биткоин преобразит современное общество и произведет революцию в глобальных финансах. Помимо этого, Тайхуту продал свой бизнес, который он вел 11 лет за 85 биткоинов, чтобы иметь возможность путешествовать со своей семьей. В криптобизнесе нидерландец с 2010 года, а распродавать свое имущество семья планирует до 2020 года.